леденящий душу хоррор. Триллер, выматывающий психосоматические флюиды почище лентопротяжного механизма киноустановки. Призраки фильмофонда. У нас снимается невероятно страшный трэш на, собственно, нашем ужасном кабинете и не менее ужасном фильмофонде. Поэтому смотреть всем до конца на YouTube. Все, начинаем, ребят. Снимаем вас по очереди, господа. Я давно хотела свои фильмы снимать, и вот решила посмотреть на все изнутри. Я уборщица, на которую нападают в фильмофонде. Ну-ка, стопэн. Мне это все еще снимать продолжать? Что делать? Мы накладываем музыку из Хэллоуина. На работе сидел, новости читал, смотрю, объявлен набор актеров на съемке. Ну, я в свое время играл в театре и думаю, отдай в фильме снимусь. Ну и меня выбрали на главную роль. Ура! Салют! Как же вы не знаете, на фильмоскладе живет человек-пленка. Я подала заявку через сайт. Попала на съемки. Так, все. Все вот отсюда разошлись. Люк, подсними, как там свет моргает. Остаешься на исходной позиции, потому что ты сейчас будешь их разыгрывать. Потом мы включаем звуковой эффект и видим, как у нас Андрей стоит как дурак и щелкает. Ну, режиссеры, они везде одинаковые. Ну, как правило. Вот. Но с тем режиссером я общалась 4 года. А вот этого вижу первый раз. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 7, 8, gonna stay up late. Просто я же говорю, он меня же хватает, когда я говорю. Да, и ты типа такой. Так, все, стоп, все, тихо. Я, честно говоря, один раз проходил мимо этого здания, думал, вот бы интересно побывать здесь. И вот спустя сколько лет, 15, наверное, оказался здесь. Дверь открыл и начал орать. Как бы да. Мы снимали кошмар. Мы снимали хорошо. Заканчиваем. Че, испугался? Игорь, это ты? Нет, пленка мэн. Приз за лучшую мужскую роль достается Павлу Кочетову, правильно? Приз за лучшую женскую роль достается Вере Фоминой.